Всем большой-большой привет! И у меня сегодня закупочка на 3000 рублей. Здесь как продукты, так и непродуктовые покупки. Посетила я несколько магазинов. Это Магнит, Пятерочка, Фикс Прайс и вроде все. Вот. Давайте начнем по порядку. Наверное, сначала с продуктовых, а в конце уже покажу непродуктовые покупочки. Итак, купила я в Пятерочке вот такие вот булочки для бургера. По 3 штучки, их 85 рублей за упаковку. Я взяла 2 упаковочки. Такие булочки я уже покупала, с ними очень классно делать бургеры. Так, дальше у меня здесь окорочка. Северная птицефабрика. Вот такой вот вес. 220 рублей за килограмм. Вот этой вот, вот этих вот ножек. Также у меня здесь яйца S1 десяток, 100 рублей сегодня были яйца. Так, вот такой вот ацидобифилин пискаревский, 2,5%, 500 грамм, это не сладкий, 42 рубля за упаковочку. Мне нужны были панировочные сухари. И, в общем-то, в Пятерочке я увидела 2 видов и решила взять оба. Вот эти вот панировочные сухари 200 грамм за 25 рублей. И вот эти вот 150 грамм рублей за 60... 150 грамм за 63 рубля. Ну, не знаю, попробую и те, и те. Какие-то я в Пятерочке уже брала, но давно и не вспомнила, поэтому вот взяла такие. Так, здесь у меня приправы. Вот такой вот Катани 4 перца горошком. Постоянно покупаю его. 60 рублей. 20 грамм. Вот этот перец прям обожаю. Так, и взяла вот Ристори красный перец молотый острый, 15 грамм. Такой тоже уже покупала. Он очень понравился в готовке. 50 рублей стоит эта упаковочка. Так, теперь давайте по творожным сырочкам и творожной массе. Набрала много для таких, знаете, перекусиков. Значит, творожную массу взяла 3 вида. Вот такая вот, которая полюбилась уже, твороги, миндаль, кокос. Так, здесь у нас 170 грамм. И сегодня 92,5 рубля она была. Также взяла вот такую вот массу творожную, особая, Рост Агроэкспорт. Здесь с изюмом она тоже идет у нас. Так, вес. Вес 180 грамм, 85 рублей. И взяла 4 вот таких вот маленьких. Это производитель Пискаревский, также как ацидобифилин. Но такие сырочки я еще не брала, они тоже с изюмом. 100 грамм в каждом. И каждый сырочек стоил по 40 рублей. Вот взяла 3 штучки. Так, и теперь у меня тут вот такое вот разнообразие сырков в шоколаде. Кто меня давно смотрит, тот знает, что такое я люблю. Ну, у нас, в принципе, все в семье любят. И в особенности полюбилось нам в последнее время вот такое суфле. Я его раньше заказывала из Перекрестка, потому что у нас не было здесь. А теперь у нас и в Магните, и в Пятерочке продается такое суфле. И оно действительно очень-очень вкусное. Кто любит, обязательно попробуйте. Взяла 2 вида. Вот такое вот молочное с ванилью в молочном бельгийском шоколаде. Шоколад здесь действительно очень-очень вкусный. Ну, прям такой, знаете, прям очень хороший. Так, давайте покажу состав. Фокус. Вот, кому интересен. Так. Вроде бы только поймала фокус. Вот, да. Состав здесь 50 грамм. Так, вот это стоило 100 рублей за штучку. Вот это вот вообще продукция, где тут лялечка такая нарисована. Есть еще и картошка, оно все очень-очень вкусное. И вот такое вот суфле с молочным молочное с молоком сгущенным вареным. Тоже в молочном бельгийском шоколаде. Здесь тоже 50... Да что такое? Здесь тоже 50 грамм, и стоимость его была 80 рублей за вот эту вот упаковочку. Так, теперь сырочки, которые раньше были Бью Александров, теперь просто
Ростагрокомплекс. Прям вот это самые наши любимые. Они были все, которые я вам сейчас покажу, по 50 рублей. Так, вот такой вот просто ванильный в бельгийском молочном шоколаде. Взяла две штучки. Они тоже, кстати, по 50 грамм. Затем вот такой вот сырочек с молоком сгущенным вареным. Тоже в бельгийском шоколаде, тоже 50 грамм. И также вот у этой фирмы есть суфле. Оно тоже очень-очень вкусное. Мы уже брали, пробовали по 40 грамм в каждой. Тоже 50 рублей стоимость была этого суфле. А здесь со сгущенным вареным молоком в бельгийском шоколаде. И еще один с голубикой и ежевикой. Так, и вот от Светлогорья взяла два вида. По 40 рублей они были сырочки. Здесь у нас 50 грамм. Вот такие вот с твердым сыром, с мятой в молочном шоколаде. Мы еще не пробовали, поэтому взяла попробовать. По-моему, просто с твердым сыром я покупала. Мяты там не было. Ну, в общем-то, палермо какой-то мы покупали, но без мяты. Это я точно помню, поэтому взяла попробовать. И вот такие вот еще золотая ириска. Тоже такие не пробовали, взяла попробовать. Так, из продуктового у меня остались только овощи, фрукты. Для салата взяла вот такие вот огурчики, среднеплодные, взяла две штучки, килограмм 160 рублей. Один вот такой вот перчик желтый, сладкий, 200 рублей за килограмм. Ну что такое с фокусом? Так, и взяла помидоры розовые, они были тоже по 200 рублей за килограмм. Из фруктов пока взяла только яблочки, вот такие вот фасованные, были по 60 рублей. Это сезонные фасованные, 60 рублей за килограмм. И в этой упаковочке 1,2 кг. Так, и из непродуктовых бытовых покупочек купила пачку бумаги. Здесь 500 листов, но я думаю, что она будет серая. 300 рублей вот эта вот пачка. Давайте с вами вместе откроем и посмотрим. Брала в экспрессе. Да, что такое? Ну, кстати, нет. Бумага достаточно такая светлая, хорошая. Вот у меня и дочь, очень творческая личность, любит порисовать. И мне иногда нужно что-то распечатать. Поэтому бумага у нас быстро улетает. Вот такие вот салфетки антибактериальные. 140 штук, 80 рублей. Первый раз увидела в фикс-прайс вот такие вот, с таким интересным дизайном. Там были они разного цвета упаковки, разный дизайн на них. Вот такие еще не брала. Я уже в фиксе брала разные влажные салфетки, потому что они нам периодически пригождаются. Но вот эти вот взяла первый раз. Попробую. Так, и еще также в фикс-прайс взяла вот такую вот книгу. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». Наверное, больше для себя почитать. Но также и детям в любом случае потом пригодится. 174,50, по-моему, стоила эта книжечка. У нас там много разных произведений, именно классических произведений русских писателей. И достаточно там много интересного. Ну вот я взяла себе «Мастер и Маргарита» почитать. Так, еще у меня из бытового здесь вот такой вот Пемолюкс, сода 5 экстра, ослепительно белый, 66 рублей. Так, и последнее, это вот такое вот средство, синергетик для окон и зеркал с распылителем. Я вообще такой штучкой, знаете, обычно и протираю мебель, если мне это надо. 128 рублей стоило вот это вот средство. Вот. В принципе, знаете, большой разницы в этих средствах я не вижу, которые вот идут для окон и зеркал. Ну, в такой более-менее ценовой категории. Они как-то все одинаково работают, поэтому беру обычно то, которое на скидочке. Вот такая вот большая закупка у меня сегодня получилась. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего самого-самого наилучшего. До новых скорых встреч. Пока-пока.